Школа – важная ступень у жизни любого человека. По сути, это мини-модель дорослого товариства. Менавіта тут человек учится быть дисциплинованным и нести ответственность за свои учинки. За 12 годов у школы сутыкаешься с кривдой и радостью, с разочарованием и поспехом. Спочатку середняя школа, с 91-го экспериментальная школа-лаборатория, потом гимназия бизнеса и права. За амаль 30 годов 51-я гомельская гимназия не просто сделала великий крок до повышения адукационного уровня. Сегодня это одна из лучших научных установ в области. Причем мотивации до отримания ведов тут начинают заниматься, как только первоклассник сядет за парту. У нас на Олимпиаде движение с первого класса. Мы начинаем уже с вот такого возраста детей приучать к тому, что Олимпиада – это интересно, это новое знание, новый как бы виток их развития. Ну и не забываем о том, что хорошее достижение на областных этапах, на республиканских – это и дополнительные бонусы при поступлении в высшее учебное заведение. Опошний научальный год для 11-го А запомнится, напевно, не только в учебой, экзаменами и выбором, куда пойти далее. Разом с другими классами, например, шукали таленты. Подчас конкурсу и дизайнерские проекты распрацовывали, и творчие номеры демонстрировали, и плакаты за здоровое харчевание малявали. И хоть заняли только третье место, особливо не засмутились. Школьные годы у памяти застанутся назавсёды, причем успомины будут только приемными. Во многом это объясняется тем, что в нашей школе особая атмосфера, и в первую очередь ее создают учителя, которые не просто стремятся как-то научить чему-то, да, они стремятся найти свой подход к каждому ученику, и чтобы каждый был заинтересован в том, что он делает. Вальс – обов'язковий елемент, за якого на Гомельщині уже традиційно починаються випускні вечори. 11-му А, правда, допомагають учні з 10-го класу. У випускників – дівчинок удвоє більше, ніж хлопців. Така і сьогодні казалася школьна демографія. І, бодай, саме головний момент – уручення атестату об середній едукації і пожадання від адміністрації гімназії заховують усі ті добрі якості, які є у випускників. Головне – заставатися чоловіком у будь-якій ситуації. Я закінчила школу золотою медаллю. Також я победитель Олимпиады по английскому языку, и в будущем я бы хотела стать переводчиком, связать свою жизнь с языками и, возможно, с какими-либо коммуникациями международными, если получится. 1 вересня у 51-ю гомельскую гімназію прийдуть каля 120 першокласників, які праз 11 годов так само отримають атестати об середній едукації. Причем у першиню за опошні 20 годов кількість навученців у гімназії перевисить 900 чоловік. Що тичеса випускників гэтага года, то їм у навчальній установі будуть завсёди ради. Урешті тут яны провели, магчыма, свой лепший час і зробили перший крок у дорослое життё. Олег Сінтеров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».